Выдвигаемся с офицерами на передовую. Сегодня пехоте необходимо зачистить дома на освобожденной территории и закрепиться на линии соприкосновения с противником. Задача танкистов – уничтожать огневые точки и не давать террористам возможности вести огонь по пехоте. Танки выдвигаются для выполнения боевой задачи. Мы еще бежим на передний край, а танкисты уже начали работать по целям. هون المعارك يلا جيبوا مجموعة الملازمة والباسل يلا صور بدك يا можешь снимать здесь, но будь осторожен. Thank you.
Под прикрытием огня танков солдаты перемещаются на новые позиции, чтобы предотвратить возвращение боевиков. Как обычно, защите пехоты помогает постановка дымовых завес. Уничтожив огневые точки, танк перемещается на новую позицию. Но не только танки могут помочь пехотинцам. Бандиты ведут огонь по бульдозеру. Промах. К счастью, никого не зацепило. Задача выполнена, и машины возвращаются. Потерь и повреждений техники нет. Это попадание из гранатомета не причинило серьезных неприятностей. Не понадобилась даже замена катка. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Дарая, Сирия.